Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Здорово. Привет. Йоу. Привет, Новосибирск. Ребята, как дела? Плохо. А чё плохо-то? Смотрите, как вообще, как хорошо. В Питере ясно. Где гуляешь? Да я на районе. Привет. Привет. Бишкек. Нашим не повезло чуть-чуть. Да, ну я не знаю, не могу сказать. Наши круто вчера боролись. И соперники наши тоже круто боролись. Крутой футбик. Мне, честно, ну, не грустно, не обидно по поводу вчерашнего футбола. Крутой. Круто вообще все было. Супер позитивно. Я вообще небольшой любитель футбола. Редко смотрю. И вот на этом чемпионате я смотрю только наших. За остальными, ну, не слежу никак. Исла крутой. Ну, Исла молодец, я так скажу. Исла хорошо побатлил в эту пятницу. Вообще крутой был движ в пятницу. Надеюсь, на видосах будет видна энергия вся. Для тех, кого не было. Я надеюсь, что передастся весь вот этот вот драйв с батлов. Потому что... Но вот из 6 батлов 2 просто вышка. 2 топовых. Привет. Зачем тебе очки, если у вас пасмурно? Ну, чтобы не щуриться, просто иду и не щурюсь.
Сань, как ясно выступили. Хорошо выступили. Но есть ребята, кто выступили прям... God damn. Привет, Беларусь. Никак не могу до вас добраться. Надеюсь, придет моментик и срастется все, и можно будет к вам на гастроли прилететь. Как Бирдес выступил. Слушай, ну вот что-то он в этот раз не зачитал ничего. Я не знаю, на него не очень похоже. Сомнительное выступление рэпера. Днепр, привет. Наш город Александров. Мне кажется, с названием местности Александров есть... Короче, есть таких, наверное, много. Поэтому проще сказать, что знаю. Все машут. Машут. Что, вам тоже можешь помахать в ответ. А Ивана Грозного знаешь? Я его лично знаю. Чувак, как футболку заказать? Ответь, пожалуйста. Футболки в процессе. Новый мерч. Сейчас, короче, готовлю. Так что появится. Чуть попозже. Погодьте. Федя Смолов, красавчик. Да все вообще футболисты наши. Красавчики. У тебя рост сколько? Эдик Кингста и еще немножко. Еще несколько сантиметров. Крид, ты ли это? Оу, е. Нет, я Джастин Бибер, на которого он косит. Как тебе альбом Доголя? Крутой альбом. Я считаю, что... Ну, типа, я проверяю альбомы таким образом. Я закидываю его себе в телефон и включаю его на пробежке. И Доголя вообще зашел. Просто я Доголя просто пробежал. Ислу разъебали. Дождись батлов. Дождись, когда все выйдет. Блин, столько, чуваки, контента будет. Вы просто охренеете. Это за этот 6 батлов должно выйти. 6 выпусков. В следующую пятницу еще 6 выпусков снимаем. Потом еще 140. Сколько там выпусков. Чуваки, столько контента будет. Охренеть, это очень круто. OG разъебали. Да, чуваки, я не буду говорить, что там, как, кого. Каким по счету выйдет Исла с Гоукилой? Я не знаю. И не важно это. Чувак, в Ютубе слитый парт команды Top Flow. Ну, что поделать. Слили так слили. Знать бы кто и чувака забанить на все мероприятия. Вперед. Просто, ну, непонятны такие ребята. В погоне за зачем? За одноминутный какой-то... взором в их сторону, к контенту, который они сделали. Не знаю. Нахуй их.
прогнозы на NoName Maru. Вот, блин, вот действительно хочется посмотреть на это. Хочется, чтобы чуваки попели, короче, распелись. Потому что очень круто оба читают, очень круто оба доносят информацию. Мне нравится. Так слили со студийки. Ага. Ну, я не знаю, что это слили. Короче, я не очень в курсе, не очень в теме того, что там сливали. Тут очень шумно, я дорогу перехожу просто, ребят, если что. Короче, про сливы вообще пофиг. Блин, такая, конечно, не передать погоду. Не передать небо. Блин, такое крутое небо. Да, рвать на битах будет очень плотно. Очень крутые выпуски будут. Ладно, ребятки, я пойду похаваю. Мне приятного аппетита, вам хорошего дня. Все, увидимся.